Всем привет! Сегодня у нас будет очередная распаковка посылки из Китая. Товар заказан на сайте AliExpress. Посылка доставлялась почтой Сингапура. Срок доставки 39 дней. Упакована в такой конверт. Продавец оценил содержимое в $10. По весу указано 38 граммов. Итак, приступаем к открытию посылки. Больше в пакете нет ничего, а у нас здесь содержится батарея для квадрокоптера HQ898B от производителя Huanqi. Емкость батареи заявлена 1200 мАч. Никак не хочет фокусироваться камера. Вот, по-моему, сейчас видно. 1200, 3,7 вольта, аккумулятор однобаночный, литий-полимерный. Ну, собственно, стандартный аккумулятор, по толщине, по весу особо не отличается от тех, которые шли в комплекте. Ну что же, теперь весь комплект пришел для квадрокоптера. И у нас с вами грядут полеты. Ждите видео. Всем спасибо за внимание. Ссылка на товар и на продавца будет, как всегда, в описании. До новых встреч!